Редакція. Більше ніяких фіон, ліхтарів, пінокіо, дельфінів та гвинтокрилів. Дітей хочуть заборонити називати на честь неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, хвороб, титулів, символів і цифр. У Верховній Раді вже розглядають законопроект, обмежуючи перелік імен. Як до такої ідеї ставляться одесити, поцікавилась і редакція. Сейчас рассматривают законопроект о том, чтобы запретить детей называть определенными именами. Как вы к этому относитесь? Против. Почему? Ну, потому что родители должны сами выбирать, как называть детей. А как вы думаете, что это может быть за запрещенный список имен или перечень? Понятия не имею. Может, что-то связано с советскими именами, скорее всего, это. Я думаю, что поскольку там 420 так называемых народных депутатов, и у каждого, ну, не каждый предоставлял справку о его психическом здоровье, поэтому я не думаю, что это реальный будет закон. А предлагать они могут все что угодно, но это не факт, что это нужно принять еще. Я думаю, что те имена, которые запрещены, я думаю, там половину этих депутатов с запрещенными именами, наверное, в Раде сидит. Девочку, допустим, странно назвать там свинка Пепа, там, или а, мальчика Каю. Как? Каю. Был такой мультик. Прилично звучит вроде бы. Ну да, да. То есть если это будет там светофор, скамейка, стул или свинка Пеппа? Ну если папа или мама хочет, значит это в его праве. Да, в принципе, пусть называют как хотят, это же потом они, ну, нельзя ограничивать права людей. Все-таки в Конституции прописано, что права должны сохраняться и преувеличиваться, а урезать права пусть там называют как хотят, там есть там имена, там какой-то числовой код ребенка, так и называют. Там Люцифер, Чиполлина, нормально. Ну пусть, если люди верят в Люцифера, у нас же люди могут верить, кто-то в Христа, 400 богов существует, как бы люди думают, что только один Христос самый классный. Запретить Верховную Раду, да, в нашей стране, если, ну, такие законы дурацкие придумывают в нашей стране. Я считаю, что нельзя такое запрещать родителям. Как можно запретить человека, если он хочет назвать именем вот таким? И вот каким? Как вы думаете, какие имена это могут быть? О каких запретах? Я понимаю, что у нас сейчас идет борьба с, ну, направление с российским языком, правильно? Ну, видимо, ну, и не только, оттуда, мне кажется, да. Может, возможно, хотят старые времена, вот как сейчас модно, вернуть. Афанасий, более, да? Что с Украиной связано. Каждый имеет свободу выбора, называть ребенка, как он хочет. А если это, так сказать, специфические имена? Достаточно. Ну, разве что ограничить там какие-нибудь совсем уж ужасные. Например, какие бы это могли быть совсем уж ужасные? Не, ну те, которые оскорбляли бы чувства там чьи-то. Ну, я не знаю, которые совсем аморальные. Бакс Банни, да, допустим? Не, ну, думаю, Бакс Банни не стоит сына называть. Ну. Как еще не стоит сына или дочь называть? Шек. Фион. Такие мультяшные какие-то. Ну, в итоге поддержали бы законопроект, если бы давали право голоса народу? Вообще, да. Да, процентов на 70, думаю, да. Я считаю, что называть именами – это дело исключительно родителей, и мамочки в частности, потому что она ему дает жизнь, это полное право называть ее так репутанка, как она считает нужным. Анестезия. Просто там я на судне, я моряк, меня там филиппинец, нашу девочку Анастасия назвала Анестезия. Ну, вот, в принципе, может, где-то оттуда оно и пошло. Ну, это бред полный. А почему? А зачем запрещать какие-то имена? Если меня, допустим, сейчас запретят имя Юра, а меня зовут Юра, так что, меня убить надо? Ну, мы за. Почему? Да. Ну, чтобы деткам было легче. Потом в садике, в школе. А как вы думаете, какие это могут быть имена в этом запрещенном списке? Или из каких категорий? Например, какие? Мальчика и девочка. Ой, я не помню, но я читала много интересных. Родители фантазия хорошо работает. Кефир. Сын Кефир, а дочка? Не, Светлана. Как вас зовут? Юра. Хорошо, что не молоко. Редакция.